Я четко говорил, что отказаться от предоставленного мне народом статуса я могу только на основе достоверных результатов волеизъявления народа. Пока такого волеизъявления не было, я продолжу исполнять функции премьера и обязался делать это чисто и честно. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе видеообращения в Facebook, комментируя муссируемые в СМИ и в соцсетях слухи о его скорой отставке. Он также коснулся распространяемых сведений о его семье, якобы все ее члены давно находятся за границей. «Уже около месяца распространяются ложные слухи о том, что якобы мои дети, члены моей семьи, покинули Армению. За последние месяцы, тем более с первого же дня начала войны, ни один из членов моей семьи не выехал из Армении и не собирается этого делать», – подчеркнул Пашинян. Кроме того, по словам премьера, ежедневно в новостях говорится о якобы принадлежащих его семье зарубежных особняках и богатствах. «Единственная недвижимость, принадлежащая моей семье на планете Земля, это находящаяся в Ереванском районе Шенгавит квартира. Кроме задекларированных средств, другого имущества у нас нет», – подчеркнул он. По его словам, сегодня приоритетная задача, стоящая перед Арменией, – это стабилизация атмосферы безопасности, и власти будут последовательно реализовывать ее. «Возвращаясь к внутренней ситуации, вновь хочу подчеркнуть, что делается попытка создать панику граждан Армении», – отметил Пашинян. Он также заверил, что граждане республики должны быть уверены, что воля народа в Армении имеет решающее и необратимое значение, и все попытки обойти эту волю провалятся.